Игрушка какая. Ну вот, здесь игрушки есть. А то мне пишут, игрушки надо, мол, малышам. Я говорю, ну рано, снег твердый, могут пораниться. Игрушку так смотрит. Боится. Они боятся еще игрушки. Видишь, они шарахаются еще. Один уже подходил к этой желтой штуке, а потом увидел, что второй боится и тоже стал бояться. Василий Александрович приволок этот пенек. А мне Валя обычно приносит. Я жду, сейчас придет, принесет. Ну это я смеюсь. Я уж так поснимаю. Ой, он как лапу за боится. Боятся их. А тут к игрушке лезет все-таки. Ну тут я не сниму. Только дома вижу. Ой, на даче просто безобразие. Никак не могут поставить ни пеньки, ни досточки какие-то. Что там ковыряют? Что-то не понимаю. Герда, возьми канистру, хоть поиграй. О, давай, давай. Ой. Ой, канистрочку взяла Гердочка. А те смотрят. Ой, испугались, она гремит. Она гремит, канистра, они боятся. Убежали. София, Герда взяла канистру и стала ее жать. Эти как разбежались в разные стороны. Она взяла, думала, поиграет. Ага. Они как ускакали бегом. Все. Ну, тут... Эдит, вон туда. Вот тут кто-то подсаживает. Залез. Май. А вон по другой умненький залез по ступенькам. По ступенькам полез. Умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. И как и медвежонок. Она канистру посматривает, посматривает. Сейчас я тебе все покажу. Работает? Работает? Посмотрим, что мне держать. О, так у меня уже заканчивается это. Машинка не заработает, если ты об этом. Так, ну ладно.